В Нерюнгринском районе завершились дни Министерства спорта. Об итогах расскажет Василий Посельский. Охвачены все населенные пункты, дошкольные образовательные учреждения, детско-юношеские спортивные школы. Дни завершились заседанием совместной коллегии трех министерств, которое практиковано впервые. Значение дней огромно. Коллеги трех министерств, мы сегодня можем смело сказать, что год молодежи в Нерюнгринском районе запущен. Это хороший такой стимул для работы. Активно обсуждены актуальные злободневные вопросы по физической культуре и спорту, приняты методические рекомендации по дальнейшему улучшению материальной базы, по сдаче нормативов ГТО, повышению активного привлечения детей, молодежи и всего населения в спортивной жизни района. Детский спорт в Нерюнгринском районе имеет хорошую материальную базу. Юные спортсмены показывают стабильные результаты во вне республиканских соревнованиях. Те плюсы и минусы, которые есть в Нерюнгринском районе, в итоге каждый по своему направлению сегодня сделали доклады, ну и, соответственно, те рекомендации, что нужно сделать, чтобы поднять спорт или там молодежь, гражданские инициативы, тоже все это озвучили. Но я считаю, что это очень хорошая практика, чтобы не одно министерство выезжало со своими днями, а два-три министерства. Традиционные дни Министерства спорта, которые 32-й раз проведены в Нерюнгринском районе, послужат толчком развития физической культуры и спорта. Василий Посельский, НВК Саха, Нерюнгри.